Друзья, перед началом ролика рекомендую вам открыть описание. Может быть, там вы найдете интересную и полезную информацию для себя. Всем приятного просмотра. Студент первого курса Юридического факультета Московского государственного университета Александр Калимулин скончался 29 июня 2024 года. Александр являлся сыном помощника президента РФ Владимира Путина и начальника референтуры главы государства Дмитрия Калимулина. Помимо учебы, Александр проявлял успехи в области права, Победив в региональном этапе Всероссийской Олимпиады школьников в Москве, он также увлекался музыкой, играл на барабанах и был активным участником культурных мероприятий университета. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии.